Приветствуем зрителей на новом видеообзоре интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня мы приготовили для вас не просто красивые, а по-настоящему роскошные изделия для истинных ценителей. Встречайте, столовое серебро от Приволжского ювелирного завода «Красная пресня». Представляем вам набор столового серебра коллекции «Вензель». В этот набор входят столовая вилка, столовый нож, столовая ложка и чайная ложка. В наборе присутствуют изделия как с позолотой, так и без позолоты. На каждом приборе проставлена проба металла и клеймо завода-изготовителя. Также к этому набору можно приобрести десертные – вилку, нож и ложку, половник и лопаточку для торта. Чайная ложка из коллекции «Вензель» с позолотой. Столовая ложка из коллекции «Вензель» с позолотой. Столовая вилка из коллекции «Вензель» с позолотой. Столовый нож из коллекции «Вензель» с позолотой. Столовая ложка из коллекции «Вензель» без позолоты. Столовая вилка из коллекции «Вензель». Столовый нож из коллекции «Вензель» без позолоты. Половник из коллекции «Вензель» без позолоты. Помимо благородного вида, кувшин обогащает воду ионами серебра, что считается полезным для вашего самочувствия и здоровья. Представляем вам коллекцию «Лоза». В нее входят фужер, бокал и рюмка. Обратите внимание на исполнение ножки. Все предметы выполнены из серебра 925 пробы с покрытием оксидирования. Столовое серебро – предмет роскоши, а иногда даже произведение искусства. Например, как этот бокал из коллекции «Лоза». Бокал выполнен из серебра 925 пробы с покрытием оксидирования. Фужер из коллекции «Лоза» будет прекрасным подарком к свадьбе или юбилею. Рюмка из коллекции «Лоза» ее по достоинству смогут оценить как мужчины, так и женщины.
представляем вам солонку и ложечку для соли из серебра 925 пробы с покрытием оксидирования. Оригинальное исполнение будет великолепно смотреться при подаче, а ложечку можно использовать в качестве талисмана, положить в кошелек, и она непременно принесет вам достаток. Икорница и ложечка для икры. Икорница из серебра 925 пробы. Внешняя сторона с покрытием оксидирования. Внутренняя сторона изделия без покрытия. Обратите внимание на дизайнерское решение. Икорницу держат три осетра. Ложечка выполнена в таком же решении. Емкость икорницы 80 мл. Поднос из серебра. Поверхность наружная отполирована, а с обратной стороны вы можете видеть клеймо завода-изготовителя и клеймо пробирной инспекции, подтверждающей чистоту металла. Представляем вашему вниманию коллекция «Византия». В коллекцию входит салфетница, подстаканник, молочник, конфетница, сахарница, чайник, чайная чашечка, чайное блюдечко и чайная ложечка, а также фруктовница. Фруктовница из серебра 925 пробы будет прекрасно смотреться на вашем столе. Салфетница из серебра также станет отличным дополнением к вашей сервировке. Чайная ложка из серебра 925 пробы. Блюдце из серебра с покрытием оксидирования. С обратной стороны присутствует проба металла. Чайная чашка из серебра с покрытием оксидирования с внешней стороны и без покрытия с внутренней стороны. Чайная пара из серебра 925 пробы и чайная ложка будут прекрасно дополнять любое чаепитие. Молочник из серебра 925 пробы емкостью 300 мл. Сахарница из серебра 925 пробы. Конфетница из серебра 925 пробы особенно будет актуальной покупкой в преддверии новогодних праздников.
чайник из серебра 925 пробы емкостью 350 мл. Будет прекрасным дополнением к чайной паре. Подстаканник из серебра 925 пробы. Подстаканник украшен гербом Российской Федерации. И обратите внимание на отличительный узор всей коллекции Византии. На сайте интернет-магазина «Серебряная птица» представлен большой выбор ионизаторов для воды. Ионизатор состоит из декоративной части, цепочки и держателя. Вы можете использовать его для обогащения воды ионами серебра и быть здоровыми. На этом мы завершаем наш обзор. Напоминаем, что именно «Серебряная птица» является официальным интернет-магазином Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». И только у нас вы можете найти весь ассортимент завода по приятным ценам. Ждем вас на нашем сайте и желаем вам приятных покупок!